Они знали, отступать некуда, позади Москва. Сегодня в Щелковском районе проживают 19 участников битвы под Москвой. Депутаты от партии «Единая Россия» городского и районного советов поздравили ветеранов, вручили поздравительные открытки от губернатора Московской области и ценные подарки. Мы хотели бы вас поздравить с 75-й годовщиной. От Щелковского местного отделения партии «Единая Россия» примите, пожалуйста, небольшой подарок. Держите. Это вам. Когда началась война, многим из них едва исполнилось 18. Молодые юноши и девушки понимали, от обороны Москвы зависит судьба всей страны, и оказались правы. Именно разгром фашистов на подступах к столице стал началом значительного поворота в ходе войны. Для нас огромная честь поздравить вас с праздником. Спасибо большое. В этом году 75 лет. Да, я тогда был моложе и лучше качеством был. Да. Вы сейчас какой молодец. 18 лет мне тогда было. Угу. Я только школу кончил. Иван Краснов попал на фронт в 23 года. Он прошел Великую Отечественную войну от начала до Орловско-Курской дуги, где в марте 43-го подорвался на противопехотной мине. Поблагодарить ветерана и поздравить с 75-й годовщиной битвы под Москвой приехала глава района Надежда Суровцева. Спасибо вам большое, что вы живы-здоровы и можете рассказывать о таких событиях. Ага. Можно вас поцеловать? Ой, спасибо. Большое спасибо. И небольшой? Большое спасибо. От наших депутатов небольшой сувенир вам. С каждым годом свидетелей и участников тех событий становится все меньше. Тем важнее сегодня говорить спасибо каждому из них и никогда не забывать о подвиге, который 75 лет назад совершили советские солдаты. Дарья Снегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».